То, что делает Азербайджан, это не тактика, это стратегия. Перекрытие Нагорного Карабаха – это тоже не тактика, а стратегия. Это принятое решение. И азербайджанцы это делают довольно последовательно. Собственно говоря, для этого они переносили дорогу. Не всегда понимают, ну, по крайней мере, широкие массы узкого круга, да, о том, что то, что для Армении вопрос первостепенной важности, экзистенциальный вопрос, вопрос выживания Карабаха, это для Армении экзистенциальный вопрос. А для России это часть чрезвычайно широкой мозаики, причем не самая крупная часть. Тут важен момент, а не то, что сказал господин Лавров. И те, я бы сказал, обиды, которые есть в Армении, они тоже ведь связаны с моментом. О том, что просто, чтобы Россия отсюда ушла, то, что говорят в Азербайджане, в Армении, для того, чтобы это говорить, мне трудно представить, кем для этого надо быть.